охота за головами. И всем привет, с вами я, Александр Наваса. Сегодня я играю в мою новую миссию в Far Cry 5, редактор. Да. Итак, мы пришли оттуда уже, как поняли. Мы можем опять открыть эту фигню. Кто смотрел прошлую часть? Так, тут мы выломали дверь и пока что с этим остановились мы. Так, мы дальше проходим. Тут дверь открыта. Так, тут сразу чел какой-то стоит. Ясно. Тихо проходим, так вот, хоп. Как-нибудь его надо выманить, по-моему. Посмотри, он меня палит. Как я не знаю, он меня палит, тут темно. Но он меня палит как-то. Твою мать, он меня палит. Так. Сейчас посмотрим, как это все работает. Так. Оружия у меня нету. Ну да ладно. Окей. Так. Дальше идем сюда. Так. Сейчас. Идем сюда. Так, что-то он делает. Давайте сзади. К нему сзади подойдем. Так, тихо. Тихо. Берем у него его оружие. Не знаю, зачем ему труба была. Видимо, он что-то делал. Ладно, теперь труба у нас. Так. Тут какие-то кровати, что ли, или что такое? Тихо. Проходим дальше. Все пока что тихо, ребят. Тут диван, тут какие-то... телеки, стул. И все. Выходим. Черт, а кто меня запалил-то? В смысле, а где? Нифига. Не знаю, откуда он был. Он там был. Так. Он еще упал туда. Вообще капец. Так. А как он меня не заметил, что ли, или как? Ну да неважно. Так. Прыгаем там на дробовик. Черт. Тихо. Меня чуть не запалили. Тихо, осторожно. Тихо. Тихо. Так, тут двое. Ясно. Видать, они не заметили того, который валяется. Может, как-то какой-то знак можно сделать. Мы идем за целью, как бы. Это не цели, это просто охранники. Ну да ладно. Двоих я точно не завалю. Там вроде никого нету. Может, здесь какой-то... А, тут только это. Да ладно, давайте. По-моему, все. Все же, давайте я дробовик возьму. Нокль. Так, один. Все, только через стену одного мы увидели. Ладно. Черт. Куда мы пошли-то? Тихо. И это не цель. Ну да ладно. Тут какая-то... такая хрень. Тут что-то такое непонятное. Так, одного мы завалили уже. Так, точно все здесь? Здесь никакого лута нету. Тут тоже какие-то шкафы такие. Тут что-то сломанное, видать. Или что-то непонятно. Так. Тут стулья, столы. Так, и все. Идем дальше. Так. Тихо. Тихо. Выделяем цели. Так, тихо. Я не знаю, как мы сейчас их будем валить всех. Я сейчас не знаю. Но все же давайте попробуем. Один там стоит, один здесь. Тихо, походу, сюда не войти. А у нас что есть?
У нас есть какой-то динамит. Восьмерка, восьмерка. Мы можем кинуть какую-то гранату. Я не знаю, я не буду кидать. Потому что вдруг что-то не получится. Ну да ладно, давайте. Тихо сейчас зайдем. Возможно, их там только двое. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, меня там кто-то, по-моему, запалил. Так. Идет, идет, идет. Так. Тихо, 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 тихо. Я там всех, походу, по-моему, убил. Тихо. И сразу же в рукопашную, ни одного патрона. Что они? Тихо. Еще одного. Все. Главного я убил. Сбитый. Именно эту цель. Так. Достигните зону эвакуации. Окей. Там человек вот стоял. Так, а что у нас здесь есть? Автомат. Прикольно. У нас есть автомат. Так, тихо. Нет никого. Тут здесь в темноте хрен разберешь. Давайте пойдем. По-моему, все. Ну, даже биты достаточно. Так. Бежим туда. Черт, там тут еще один. На. Минус один. Тут все, тут не выйти, по-моему. Так, тихо. Идем, 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 идем. Так. Нет. По-моему, там что-то есть. Тихо, тихо, тихо тут. А тут еще что-то есть. Так. По-моему, это все. Я сейчас не знаю. Флаг американский. Так. Так, тут эти штуки. Так. Добираемся до двери пока что. Вот звук идет. Ну что, надеюсь, он там один. Давайте его замочим. Раз, два, три! Черт, он не один. Тихо. На, на. Просто в рукопашную двоих завалил. Один здесь стоял, другой там стоял. Ладно. Меня особо не ранили. Тут все открыто, двери все открыты. Так. И что там такое? О! Там чел какой-то заваленный валяется. Там пистолет, дробовик и парень какой-то валяется. Прикольно. Такое. Вот. Можно заметить, тут какой-то мужик валяется. Короче, у него дробовик, около него и пистолет. Сейчас попробуем сказать. Ведь нам надо туда. Да, есть точка там. Попробуем как-то ему это сломать. Так. Это мы открыли. Так. Так. Тут дверь, по-моему, тоже можно сломать. Все. Так, перезаряжаемся. Выбрасываем. Вот можно его посмотреть. Что за парень? Какой-то в очках парень. Почему-то они его убили. Я не знаю почему. Ну, в дверь я вошел. Давайте войдем тогда и посмотрим, что будет. Все, точно все. Посмотрели. Да, видать. Все. Все? Ну ладно. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!